Ауа. Иван, повелитель боли. Бенедикт Хёвидес. Правда ли, что Дмитрий Баринов в юности был чемпионом Московской области по плаванию на спине? In swimming. It's true. Боль. Да! Ауа! Правда ли, что Мануэл Фернандеш однажды предотвратил ограбление магазина, обезвредив грабителя? It's false. Правильно. Правда ли, что Дмитрий Тарасов – самый популярный российский футболист в Инстаграм? It's true. No? Because now it's up to Boy. Правда ли, что Гильерме – первый вратарь из Бразилии в истории российского футбола? It's true. Правильно. Правда ли, что Борис Ротенберг выиграл все еврокубковые матчи во всех клубах, в которых принимал участие? It's true. Правильно. Правда ли, что Эдер написал книгу, которая называется «Все будет хорошо»? No, it's false. No way! Боль. Правда ли, что по мнению Федора Смолова, год без секса лучше, чем год без голов? He said this? Yes. Is it true? No way. It's false. What happened to you, Smolov? Правда ли, что Александр Коломейцев заочно окончил исторический факультет МПГУ? It's false. Правильно. Правда ли, что ведром Чорлука лицо хорватского электрокара Римач? It's false. Правильно. Was not too bad. Правда ли, что Игорь Денисов обожает плавать в океане с акулами? It's false. Really? Damn it. Боль. Shit. Did you like it? Mm-hmm. Super nice. Super amazing.